Ань, ты так изменилась. Я говорю, хорошо. Говорит, очень хорошо. Говорит, ты такая другая стала, такая хорошая стала. И смотрит на мой платок образ. Вот оставайся такой. Игнат Тихонович, поклон вам низкий. Спаси Христос. Такая радость. Ну, прекрасно. А у нее день рождения. Я вспомнил, говорю, мама, день рождения. Мама, говорю, прости, я забыл утром позвонить. И вот сейчас позвонила, поговорила с ней. Ну, надо же. Маленько сказала, Господи. Слава Господу. А она с нами не хочет молиться вместе? Я сестру младшую посылаю ей ролики, потихонечку подготавливаю. Вроде и хочет. Я очень желаю ее добавить в группу, младшую сестру. Она характером, как я. А мама ты... у нее как-то она не очень. Но радуется моему преображению. На маме ты сказала, как тебя зовут-то теперь? Сказала, несколько раз сказала, говорю, Девора, мам, меня зовут Девора, не Аня, не Анаит. А она как? Она меня называет Аней по привычке. Анюта даже называет по привычке. Понятно. Анюта. Сейчас мы разговаривали с Ириной Кондратюк. Там нашли беседу моя, в Тбилиси была. Ее надо из видео перевести в буквы, а дальше, говорит, я сама разберусь. Так она же переведенная, я же вам ее присылала. Да нет, это дополнительная беседа была там, обнаружили. О-о-о. Ну, выйди на нее, я уже сказал, она согласилась. Хорошо. Хорошо, я даже знаю, кому отправить, есть желающие. Все. Желающих переводить из видео, вот много, у меня видео не осталось, они все просят. Ну ты их всех, которые записаны в списках, перетряси, узнай, у кого они отданы, сколько. Игнат Тихонович, я уже собрала, смотрите, я уже собрала 14 проповедей, мне вернули, и сразу отдала брату Иоанну Грибанову и сказала, вернешь Игнатию Тихоновичу. Хорошо. То есть я у одних беру и отдаю сразу на корректировку, а готовы возвращают вам. Хорошо, хорошо, вот так и делал. И на Вячеслава ни одну не посылать, через меня они должны пройти. Потому что ни одной нету, чтобы не было ошибок много. А я-то знаю пропуски, ну, мой труд-то, я знаю, что там должно было быть. Отсутствующее даже предложение я вставляю. Ну, благодарю за звонок. Спасибо, Христос. Ну, я так порадовалась, что я с мамой поговорила. Да когда к тебе в гости-то не приедет? Нет. Она хотела младшую сестру отправить ко мне в гости, Игнат Тихонович, но я побоялась, потому что она меня немножечко сестра, как сказать, ну, вечером любит на улицу выйти куда-то пойти, я сказала, нет, здесь так нельзя, мы не у себя в доме живем, здесь есть, как сказать, в 6 часов должна быть уже дома как штык. Правильно. Вечером гулять, куда-то ходить, нельзя этого здесь, Владимир Павлович это не позволяет. Ну, она как-то уже отказалась ехать, вот у тебя скучно. Ну, ты так никогда не сдавай позицию, потому что раз она ходит куда-то ночью, она наткнется. Она будет кричать, на другом конце города будет слышно. А было такой один момент, то, что она еле вырвалась. Ну, так зачем она идет туда ночью куда-то? Это неправильно? Непонятно почему, но так. Ну, все, на Кондратюк Ирину выходи, отошел, с Богом, благодарю. Слава Христу! Поклон. Да.